Вот такую сейчас шапочку мы с вами свяжем. Это шапочка Бенни, она удлиненная. Это моя Люся, у нее 50, там 51 где-то голова. Но она ей, конечно же, велика, просто на себе. Мне некому, чтобы меня кто-то снял. И вот такая вот свисающая макушка. Шапка очень-очень теплая, связана из толстой вязки. Она получается Бенни. Вот эту шапку я буду носить сама. Можно еще сделать поворот. Сейчас покажу. Подворот, простите. Ну, простите, я не самым лучшим, конечно, способом ее показываю, потому что голова у нее маленькая, но шапка сильно-сильно растягивается. Я уже такую третью вяжу. Одна мужская у меня есть на канале. Одна луковица с такой с острой очень макушкой. У этой макушка более плавно закрыта. Вот. И сейчас я сделаю ей подворотик, еще покажу. И, конечно же, ее можно подвернуть. Я сейчас покажу, что она очень сильно велика ей, потому что она на мою голову на 54, на 55 у меня. 55, 56, простите, у меня, ну, когда прическа, 56. Очень рада этой шапочке. И давайте посмотрим, как ее вязать. Всем привет, меня зовут Анастасия. И сегодня я хочу с вами связать такую же шапочку. У меня еще есть один моточек такой же. Ализе Суперлана Макси. В 100 граммах здесь 100 граммах 100 метров. Цвет этот 203. Такой же, как у этой шапочки. Она уже есть у меня на канале с толстой пряжи. За час буквально она связана. И решила я такую же показать прям тут же. Только макушку, потому что я, эта шапочка для молодежи, для девочек там до 30 лет, но мне уже за 40, я хочу такую же объемную, красивую, но только сделаю ее Бенни. Именно вот такой резинкой хочу провязать. И для себя Бенни. Итак, беру ниточку, хвостик. Будем набирать, я буду набирать от самого прям клубка хвостик у меня. Если не можете справиться, девочки, вот с этим набором, просто берите обычный набор, делайте. Я набираю первую петельку как крючочком. Вот. И теперь в левую руку беру спицу. Спица у меня номер 7. И вот таким образом буду набирать. Вытянула. Я вверху поставлю подсказку в видео. Наверху, смотрите, попозже всплывет подсказочка в виде, значит, текста и восклицательного знака. Можете нажать на этот восклицательный знак, и видео отправится у вас в последующий просмотр. Текущее видео никуда не денется, а это вы потом посмотрите. Так, вытягиваем теперь петельку между первой и второй. Так, секунду, заболталась. Они спокойно вытягиваются. Вот у меня на спицах номер 8, вот эта спица у меня, а вязать я буду семеркой. Точно так же, как предыдущую эту шапку. Так, вытянули, повесили петельку, вытянули, повесили. Я уже приноровилась, мне нравится. И удобно от самого клубка. И давайте сами самостоятельно вот этот набор произведем. Ой, нитка тянет так. Сейчас, секунду, размотаю. Клубок новый. И таким образом набираем 60 петель. Чтобы замкнуть в круг, нам не понадобится никакая лишняя петелька. Нам не понадобится в данном случае. И набираем 60 петель. Продолжаем самостоятельно. Так, я набрала 60 петель, теперь убедились, что у нас ничего не перекручено, вот так, чтобы все петельки смотрели на нас. Теперь смотрите, как мы привыкли, что у нас рабочая нить вот здесь справа оказывается, потому что у нас лицевая сторона вот здесь, и, но у нас в данном случае на левой спице осталось, потому что набирали-то мы вот сюда, вот так вот, набирали мы вот таким образом. Что-то у меня кошечка заплакала. Поэтому у нас хвост и остается здесь. Я сниму эту лишнюю петлю, она мне не нужна. Итак, я последнюю отсюда забираю на другую спицу, на семерочку. Только одну забираю отсюда.
на семерочку, которыми буду вязать всю свою шапку до конца. Так, вот я взяла все, убедилась, что у меня, так, мешает спица, секунду, убедилась, что у меня ничего не перекручено нигде, и соединяю таким образом: первый отсюда беру, перекидываю, и, вернее, перекидываю, не провязывая, и перекидываю через нее первую с правой спицы и возвращаю эту петельку, потому что она еще не провязана, и начинаю резинку вязать 1 на 1. Ой, простите, 2 на 2. 1, 2, 2 лицевые, 2 изнаночные. Сейчас я у себя все выровню и вернусь к вам. Перейду на спицы номер 7 до конца и вернусь к вам. Вяжем первый ряд. То есть я ухожу с восьмерки, перехожу на седьмые, на седьмые спицы и свободно вяжу, свободно, не затягивая. Так, сейчас у меня тут. Не затягивая, вяжем резиночку. Так, 2 лицевые, 2 изнаночные. Давайте провяжем самостоятельно, и в конце ряда я к вам присоединюсь. Сейчас важный момент покажу. Все, я уже ряд провязала. Так, изнаночные, 2 лицевые и 2 изнаночные. Теперь как соединить, чтобы дырочки не осталось. Сейчас покажу вам. 2 изнаночные. Все, восьмерочку спиц я убираю. И теперь поступаем следующим образом. Все петельки. Вот у нас начало кругового ряда. Вы можете повесить сюда маркер. Я этого делать не буду. Так, вот этот узелок пускай назад. Берем вот эту петлю. Она здесь всегда так получается. Берем вот эту петельку и просто накидываем ее на левую спицу. Я вяжу классическими лицевыми. Поэтому накидываю именно так. Вот сверху подхватываю и накидываю. И вот первую лицевую провязываю вместе с ней. Все, ее не видно, и никаких отверстий у нас нет. Пряжа толстая, ничего видно не будет. И продолжаем вязать резинку на высоту примерно. Я сейчас буду вязать и уточню еще, я к вам вернусь. Как минимум будем вязать ее сантиметров 30, наверное, по высоте. Вдохновила меня эта шапка-луковица. Поэтому решила прям тут же, вяжется все это моментально, быстро, а без камеры тем более. Но продолжаем вязать самостоятельно. Да, пока во первых строках своего письма хочу сказать, вяжется нам он быстро, моментально. Если, девчонки, не нашли толстую пряжу, берите просто в две нити, складывайте и вяжите, делов-то. Если в ней в 100 граммах 100 метров, вы можете взять два мотка по 200 метров примерно и сложить. И будет у вас нить в 100 метров. Очень быстро вяжется. Я вот, вот эту луковицу вязала. И мужскую вязала. Мужскую вязала потуже, теми же спицами, да, я уже говорила. А вот женскую прям вообще великолепно. Я вот и сейчас так вяжу в такой технике. Ну, в смысле, то, что я не напрягаю, я не уплотняю, не делаю плотную. То, что я вязала для сына, я хотела, она хоть и пряжа толстая, но все равно продувается, потому что крупная вязка, я поплотнее. Хоть и семерочка вязала, но поплотнее. Поэтому, если хочется плотненькую такую, то, и говорю, не нашли пряжи, выход всегда есть. Всегда думайте, какой вариант еще может быть, да? Мы же рукодельницы, мы же знаем, что из любой ситуации выйдем и свяжем то, что нам нужно. Все, продолжаем вязать резинку, ничего сложного нету, потом только будем завершать шапочку вместе. А так вяжем резинкой. 2 на 2. Продолжаем вязать сами. Так, резинку я провязала, так, чтобы она вошла вся у меня. Значит, 25 сантиметров. Так, как ее поудобнее-то. Так, вот. И вот, 25 сантиметров она получилась. И теперь будем закрывать ее. Закрывать будем следующим образом. Сначала будем закрывать изнаночную петлю.
Это начало кругового ряда с лицевых у меня начинается, отмечено. И будем делать так. Первый ряд убавок. Раз. И теперь смотрите, что делаем. Две петли лицевую изнаночную перекидываем на правую сторону, не провязывая. Лицевую на левую спицу перекидываем, придерживаем вот здесь вот пальчиком, чтобы у нас ничего не убежало. А изнаночную петельку, меняем местами их, на правую сняли и перекинули ее тоже на левую. И закрываем. Очень хороший способ для того, чтобы закрыть незаметно изнаночную. Лицевая осталась на месте, как видите, а изнаночная у нас под нее спряталась. Далее провязываем одну изнаночную, одну лицевую и проделываем то же самое. Две петельки сняли, это лицевая и изнаночная. Поменяли их местами вот таким образом и провязали лицевую. Лицевой. Я вяжу классическими, потому что, ну, поэтому у меня такие ровные петли. Опять провязываем изнанка и лицевая. Это первый ряд убавок. Теперь опять меняем лицевую и изнаночную. Прям подробно вам показываю для того, чтобы каждый начинающий, кто хочет, потому что шапка в тренде, чтобы каждый связал. Так, изнаночную и лицевую одну провязываем. А вот следующий будем менять. Лицевая, изнаночная на левой спице не провязаны. Поменяю их местами. Сначала лицевую на левую спицу закидываю, потом изнаночную. И лицевую за переднюю стеночку провязываю. И так далее. Так, изнанка лицо провязала. Снова подошли к изнаночной полосочке. И лицевую оставили одну. Для того, чтобы их поменять местами. Первый ряд убавок вяжем. Так, лицевую одну провязали. Меняем местами. Лицевую с изнаночной. И провязываем лицевой. И вот так вот красиво у нас получается. Сейчас мы будем убавлять практически каждый раз, каждый ряд. Поэтому я с вами буду провязывать. Так, изнаночная, лицевая, теперь меняем местами. Лицевую с изнаночной поменяли и провязываем лицевой. Вот такая красота получается. Изнаночную, лицевую провязали, теперь следующий меняем местами. Лицевую с изнанкой поменяли и лицевой провязали. Изнаночная и лицевая. Лицевую с изнанкой провязываем. Так, стоп. Так, вот у нас одна изнаночная, одна лицевая, значит, провязали. Следующий меняем опять местами. Провязываем лицевой. Все очень просто. Давайте сами доделаем до конца ряда. Подошли к концу ряда и последний раз меняю лицевую с изнаночной и провязываю лицевой. У меня остается две лицевые и одна изнаночная. Второй ряд. Вот первый ряд закончен. Второй ряд вяжем без изменения. 2 лицевые, 1, 2, 1 изнаночная, 1, снова 1, 2, 2 лицевые, 1 изнаночная, 2 лицевые, 1, 2 и 1 изнаночная. И продолжаем до конца ряда убавки. Не убавки в смысле, а второй ряд убавок вяжем без изменений. 2 лицевые, 1 изнаночная. Продолжаем самостоятельно. Второй ряд убавок. Второй ряд провязали без убавления. Теперь начинаем подошли к третьему ряду. Теперь у нас остались 2 лицевые, 1 изнаночная. Теперь делаем
Две вместе, одной лицевой провязываем за переднюю стенку. И одну изнаночную без изменения оставляем. И так продолжаем. Две вместе, одной изнаночной. И одной лицевой, простите, я что оговорилась, кажется. Кошка у меня там с ума сходит вообще. Никто не позволяет ей замуж выходить, вот она плачет. Две вместе лицевые. То есть мы сейчас превратим в резинку на 1 на 1 шапку. То есть убавляем. Это третий ряд наших убавок. Две вместе лицевые, одной лицевой. Изнаночную без изменения оставляем. Мне уже туговато. Сейчас опять буду брать другие спицы в помощь. Вот плохо, когда не имеешь по две пары. Вроде как бы за ненадобностью их и не было. А вот сейчас пригодилось. Две вместе лицевые провязываем, одной лицевой. Изнаночную без изменения оставляем. Это третий ряд убавок. Убавляем лицевые петли. Эта шапка связалась вообще моментально. Сейчас вот ее только закрыть осталось, и все. На резинку ушло, я не знаю, минут 30, наверное. Потому что я уже приноровилась к этой пряже, и прям моментально она меньше часа шапка вышла опять. Вот такую же я с луковицы вязала, на канале есть шапка макушка луковица, но она чисто для молодежи. А эту вот хочу себе такой. Ну, бини вообще лишней не бывает в гардеробе, тем более она такая объемная, прикольная. Вообще очень понравилась мне эта пряжа, конечно. Так, две вместе и одна изнаночная. Единственное, закрывать шапку получается. Вот что остается на спицах, и уже перетягивать неудобно. Сейчас я перейду на вторые. Так, заканчиваем третий ряд самостоятельно. Третий ряд убавок закончился, теперь четвертый ряд. Я перейду, возьму себе в помощь еще одну пару спиц, но они у меня потоньше, просто буду вязать послабже. В четвертом ряду ничего не убавляем, просто вяжем классическая лицевая и изнаночная. Чтобы петли не были перевернутыми, вот как мы их убавляли. Я, в принципе, всегда вяжу классическими. Так, и вот как-то надо мне поделить. У кого такая же ситуация, выходить из нее так же, как я. Я половина у меня как-то вот на одной спице теперь, половина на другой. Буду так вот как-то завершать ее, иначе у меня чулочные сюда никак не войдут. Да у меня, собственно, что-то и нету, мне кажется, таких толстых. Так, без изменений вяжем лицо и изнанку. Это у нас четвертый ряд. Так, и чуть-чуть. Так, дошли до конца четвертого ряда. Так, все, у меня последняя петелька. Четвертый ряд провязан. Теперь в пятом будем опять маскировать нашу изнаночную петлю. Теперь на нет будем совсем сводить. Смотрите, таким же образом, как мы уже делали. Лицевую. Меняем местами лицевую с изнаночной. Я пересняла их, без не провязав. Лицевую одеваю обратно на левую спицу. Там придерживаю на задней стороне. Вот этим пальцем указательным левой руки я придерживаю вот эту петельку изнаночную, чтобы она никуда не убежала. Подхватываю на правую спицу и перетаскиваю обратно на левую. И провязываю вместе лицевой. И у нас получится красивая лицевая.
Следующее лицо с изнанкой точно так же. В итоге, когда мы пройдем ряд, у нас останутся все лицевые. Поддерживаем изнаночную с той стороны, подхватываем ее, одеваем и провязываем вместе лицевой. Мы сейчас ровно в половину уменьшим количество петель. Так как у нас чередуется через одну, значит, ровно в половину меньше будет у нас петель. И продолжаем. Это у нас пятый ряд убавок. Давайте без камер, потому что без камер гораздо быстрее. Теперь у нас остались одни только петли лицевые. Просто их будем провязывать до последних 6 петель, пока не останется 6 петелек. Будем провязывать по 2 вместе лицевой за переднюю стенку. Раз, два. Подтягиваем каждую петельку, чтобы она... Три. Так, вот тут у меня прям аж страшно. Это надо, наверное, два ряда провязать, чтобы у нас... Так, три. Четвертая петля. Это у меня другая спица, поэтому буду слабее здесь. Пятая, шестая, так, 7 петель. Вот эту мы сейчас, так, я вот сейчас вот так ее сделаю. Так, у меня сколько на спицах получается? 3, раз, два, здесь 4. Еще одну убавляем, чтобы получилось 6 петель. Тогда получается красивая макушка. Еще одну петельку сейчас убавим. И можно отрезать ниточку. Простите. Так, что я передеваю-то? Так, все, у нас, смотрите, на одной спице 3 петли здесь. Ну, вам плохо видно, я вижу. Да что такое? Вам плохо видно в камеру. Так, нет, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Вот здесь еще одну убавляю, значит. Чтобы осталось 6 петель надо. Так, у меня 2 здесь получаются. Сейчас я разверну. 3, 4, 5, 6. Все, теперь смело отрезаем нитку. Можно прям спицы ее накидывать на спицу. Вернее, петельки надо все на вот эту вот ниточку, оставшуюся хвостик, перекинуть. То есть вот петли у нас идут на нить просто. Мы хвостик обрезали, по длине немножечко оставили, но сантиметров 15. Так, все, одну спицу освободили уже. Делать все за час. У меня видео больше занимает времени на YouTube залить, чем связать шапку эту с такой пряжей. Вот с такой пряжей прям удовольствие вязать. Теперь, пока у нас большая петелька, видите, они все петли на веревочке у нас собраны. Теперь можно прям пальчиками туда ее засунуть и потянуть с той стороны. Расправляем макушку, и вот что получается. Я ее еще пока не закрепила, сейчас закреплю. Вот такая макушка получается. И превосходный вот такой вот. Сейчас продемонстрирую, что такое. Сейчас маркер, конечно, я сниму. И у нас она получилась какая-то даже как будто странная. Какие-то лицевые петли вязала обычными классическими, а получается какой-то как рисунок. Причем не только в камеру, получается еще и у меня на глазах такое дело. Какой-то эффект толстой пряжи вот дает, как будто какой-то рисунок здесь связан. Не только как будто лицевые петли. Странно, я первый раз такой вижу. Теперь просто подхватываем крючочком. Можно взять, конечно, потоньше. Это я подхватила, какой был поближе.
И вот таким образом петельку делаем здесь. Можно их сделать несколько штучек, потом обрезать и там вот по лицевой вот так вот пройтись. Лицевые у нас крупные, здесь ничего видно не будет. И вот так вот по лицевой косичке, подхватывая петельку, все это дело прибираем и обрезаем. Ну и, соответственно, вот этот хвостик я сейчас потоньше просто возьму этот крючочек и уберу также. Все, шапочка готова. Носить с удовольствием. Это бини, из моды не выходит. Сейчас попробую во весь ее рост. Она довольно-таки длинная и целиком она получилась. Сейчас расскажу, сколько. От макушки до... Так вот, смотрите, от макушки и до конца шапочки. Так, стоп. 28 сантиметров. Желаю вам связать такую же шикарную шапочку. Прям за часок. Я рада. Я сегодня две шапочки связала прям моментом. Единственное, ее дольше заливать. Эта шапочка будет моя. Желаю вам связать такую же, даже еще лучше, красивее, самых ровных вам петелек. С вами была ваша Настя. Я вас люблю. Пока.